Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». 261-я миссия нас ожидает. Так, ну и что же мы здесь видим? Да ничего страшного, в принципе. Абсолютно. Так что поехали. Будем мы разносить в пух и прах этого арену мастер 4898, так его назвали. Давай посмотрим, кто будет сильнее. Ну, я думаю, что мы. Пускай у него тоже, правда, есть дедушка Амур. Но у нас-то есть с тобой Гринч, об этом не стоит забывать. Плюс магичка. Поехали. И цветочный дед, что немаловажно. Да, я по-прежнему хочу прокачать его до 7 уровня. Пока... Тихо ты, эльфийка, ну-ка хорош. Давай, отдупляйся. Так, Мэнни, ребят, смотрите, что вытворяет, а? Ну-ка давай еще старичка. Всех рвем здесь. Так, а мы начали уже главного персонажа колбасить, смотри. Ну, ему крышка, судя по всему. Вот и все, друзья. Легкая, я считаю, была победа. Так ему и надо. Ну, а мы с тобой забираем награды. 7 монет. Ну, понятно, что опыт. И выпадает нам паучья попка. Ладно, переходим на следующий поединок сразу же. И это у нас 262-й. А здесь кто у нас? Угу. С топориками, да? Гном 6 уровня. Плюс, опять же, старикашка 26 уровня. Ну, а в остальном, в принципе, ничего страшного нету. Я вот думаю, может быть, нам все-таки вместо магички поставить Майка, а? Мы еще, кстати, его не тестили. И сказали мне вы, подписчики дорогие, что потенциал открывается Майка только на втором этапе. Тихо. Куда это вы разогнались? Эй! Да ну! Фу, нормуль. Так, этих всех в разнос. Гринч, выходи. Без тебя тут никак мы не справимся, это однозначно. Так, опять этот робот-паук. Давай еще, наверное, старика позовем. И плюс нашего топорика. Слушай, мне кажется, что все, здесь победа будет за нами. Колбасим. Оу. Если два вот этих мужичка выбегают с топорами, то это все, считай, финита ля комедия. Так, ну что, 9 монет, опыт, и выпадает нам домохозяйка Анжела. Так, ну что же, у нас с тобой новый уровень. Статы наши повышаются здоровье на 140 единиц, а плюс еще 20 гемов. 12 уровень, отлично. Я думаю, что противники тоже будут крепкие нам доставаться. Ну а в данный момент все даже очень хорошо. Единственное, что у него есть лечение, и он может отхиливать Янси вместе вот с этой робопопкой. Но у нас есть магичка, которая довольно неплохо... А, тихо, подожди. Подожди, не то мы делаем. Да, магичка почему-то вот плохо работает именно против танков. Ну-ка, дедуль. Воу, только тебя не хватало, срочно яд. Отлично, шикарно. Гринч, быстренько давай резай кого-нибудь. Так, кактус закололи. Угу, давай еще, наверное, дедулю позовем. Нашего Амура. Так, что он там делает? Отхил. Он делает отхил на Янси. Это глупо. Так, вот теперь мы все побежали вместе. Так, минус Мэнни. Хотя, на самом деле, это не Мэнни. Мэнни, по-моему, если не ошибаюсь, это крот с пушкой. Что у нас тут получится? Ну, Гринч, как всегда, ребят, в своем репертуаре очень неплохо ресает. Вот ему бы уровень прокачать, и тогда было бы еще лучше, да? Ну, а здесь я чувствую победу за нами, потому что... Да. Причем главный герой у него, в общем-то, остался стоять. Но мы все равно победили. Так, ну что, деньги получили, опыт получили и бумзи получили. 264-я миссия. Здесь у него ураганчик, я смотрю. Опять же, этот старикашка-гном 6 уровня. И плюс еще Раф, у него 26 уровня. Блин, я все хочу поменять на Майка. Вот эту вот нашу магичку эльфийскую. И все время забываю. Так, ну что, я смотрю, нам все время достается арена мастер уже уровень выше, как ты видишь. Так, подожди, что-то я, наверное, не то делаю. Ну-ка, дедуля, закалывай.
Так, давай, наверное, призовем нашего чувачка с топориками, да? И вот сюда поставим яд. Ну, замечательно. А если мы вот так еще старикашку позовем? Ух! Нормуль. Пошло дело. Так, этот развернулся, стал против своего хозяина бомбить. Да все, тут крышка. Смотри сам. Победа. Потому что вот этот мелкий гном, когда он в ярости, естественно, у него скорость атаки повышается на 50%. И он любого рвет на своем пути. Так, выпадает нам здесь опять бумзи. Ну что, идем на следующий бой. А знаешь, что вначале? Все-таки я возьму Майка. Где у нас карты? Так, где у нас Майк? Где же он находится? К какому классу он вообще относится? М? Так, не у роботов. А где же тогда? Ага, вот. Вот он где. Кстати, он по заклинанию, именно по мане, стоит дешевле. 6 всего лишь. А эльфийка стоит 9. Угу. Так, прокачать нам больше... Не знаю, стоит ли старушку вот эту прокачивать или нет. Вот Рафа, наверное, надо. Рафика нужно. 18 уровень. Угу. Ну, в принципе, пока, наверное, и все. Хотя, кактус. Нужен ли нам кактус, а? Я, наверное, пока воздержусь. Не будем тратить с тобой деньги, как говорится, налево и направо. Если вдруг что-то подвернется, тогда уже да. А сейчас пока и так все у нас хорошо. Заодно посмотрим, что у нас делает Майк. Можно, в принципе, его первым позвать, да? И глянуть, на что он способен. Да, двигается он, конечно, очень медленно. Двигается очень-очень медленно. Так, что он делает? Да, что-то как-то не особо хорошо. Ты посмотри сам, он очень медленный. Да, он очень медленный получается. Укатился. Укатился. Ладно. В общем, если сейчас выбирать между Майком и Магичкой, как по мне, Магичка лучше будет. У нее больше потенциала. Ну и, соответственно, урона тоже больше. Так что мы, наверное, поменяем обратно. Так. Мы оживили с тобой опять этого Майка. Причем это какой-то паладин с крыльями. Типа ангел, не ангел, фиг знает, кто он такой. Я тебе даже точно не скажу. Но я тебе зато скажу точно, что здесь будет победа за нами. Да? Так точно. Все, я буду менять однозначно обратно все как было. Потому что Майк меня что-то не устраивает. Причем, я так понимаю, действительно у него потенциал открывается именно с 20-го, ой, со 2-го уровня. Так, 266-я миссия. Подожди секундочку, давай-ка мы с тобой поменяем. Можно было бы курицу, конечно, взять. Да? По идее-то. Но я все-таки поставлю вот ее. Стоит, конечно, она немало. 9 энергии. Да что ты не берешься-то, ё-моё. Вот так. Но как поддержка, она очень даже неплохо заходит. Здесь у нас ничего нету. Ну что, поехали. Так, ну что у нас тут? Забор, я смотрю, 7-го уровня. Нифига, с такими шипами. Плюс у него есть заморозка, ну и прочее, да? Бегун и два эльфа. Один толкательный, другой, по-моему, если не ошибаюсь, с арбалетом. Ну что ж, давай посмотрим, кто кого. Плюс почему-то все любят вот этого робота брать, не знаю. Тихо, тихо, тихо. Ну куда ты бежишь, эй? Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой яд. Ага, звезданули. Так, дедуля, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, минусанули. Надо вызвать, наверное, эльфийку нам. Или кого, цветочного деда?
Опа. Прикинь. Ты прикинь, что творит, а? Друзья, вот этого я не ожидал. Мы с вами проиграли. Он заморозил, да, в ненужный момент. И нас разбомбил. Ну что ж, давай тогда переиграем. 266-я миссия. В бой. Да, заморозил всех абсолютно. Сейчас будем тогда делать с тобой немножко по-другому. Так, здесь разбомбили. Давай, наверное, Гринча позовем. Пускай он тут ресает нам. А он 100% сейчас будет делать заморозку, да? Что-то мне подсказывает, что именно так все и произойдет. Давай, цветочный дед, выходи. Плюс наш чувак с топориками. Ну и что? По-моему, все. Где же твоя заморозка, гаденыш? Че заморозку-то не делаешь, а? Да все, тут ему кранты. Да. Можно было бы, в принципе, в первый раз так сделать. Но видишь, он заморозку успел сандалить. И бегун нас там раздолбал. Так, молниеносная буря. Так, 267-я миссия. Тут у нас кто? Да, в принципе, то же самое. Ну, да, прибавляется вот эта вот мина. Ну, мы с минами уже можем драться, бороться. Так что... Ну, подумаешь, потеряем кого-нибудь из наших персонажей. У нас Гринч есть, который рисанет. Так, тихо. Закалываем. Так, ага, мину успел все-таки поставить, да? А давай вот так сделаем. Ну вот и все, делов-то на копейку. Этого сейчас, наверное, переманим к себе. Гринч. Ух, ёк, макарёк. Так опасно делать. Ну и чё там за кипишняк? Так, этот пошел. Все, отдуплился. Я вызываю еще одного Гринча. И еще одного цветочного деда. Так, а у нас тут, смотри, подарочку уже приготовили для мина. Да я думаю, что арена мастер сейчас погибнет. Шансов у него тут на выживание практически нету. Как-то так. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, а я уже, говорит, на 300 каком-то там 50 уровне. 350 уровне, прикинь. Шаропопка. Ну что, 268-я миссия. Блин. Ты посмотри, кто у него здесь. Пиратка 7 уровня. Плюс вот этот вот дракончик и пират. Ну, тут уже будет посложнее. Так, и плюс у него еще и полистрелок, которого нужно, естественно, контролировать. Как, пока не знаю. Попробуем что-нибудь придумать. Угу. Так, пиратку бы эту как-то забрать нам, да? Было бы неплохо. Ага. Ну... Да кого тут... Твою налево, прикинь, пламенем. Да валите вы этого, нормуль. Твою налево, жестко. Будем потихоньку вот так как-то делать. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну вы издеваетесь, да, сейчас? Хотя, подожди, может быть, все еще и обойдется. Может быть. Гринч, выходи быстрее. Без тебя совсем как-то тут тоскливо. Так, опять этот стрелок ворошиловский появился, да? Ну что скажешь, какие прогнозы? Я думаю, что победа будет за нами. Вот какие прогнозы я тебе могу сказать на ближайший матч. Так. Гринч рисанул. Пират за нас. Все. Вот что значит дедушка Амур, который переманивает на нашу сторону вражеских бойцов. И это круто. Так, молниеносная буря. Так, ну что, друзья мои, 269-я миссия. Ну и, я так понимаю, мы с тобой проходим ее на изи, потому что нет нормальных конкурентов. Пламя — это ерунда, это тоже фигня. Мэнни,
как-нибудь справимся. Тем более у нас с тобой есть яд. То есть эти сразу отдуплятся. Бегуны и всему подобное, да? Так что давай сделаем так, наверное, для начала. Плюс выпускаем с тобой Гринча. Сделаем вот так. Плюс дедуля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Вот так вот мы не договаривались, если честно. Давай-ка. Что-то мне не нравится наше положение дел. Ух ты. Ты глянь-ка, что творит, а? Пламя, значит, он сделал, да? Окей, гаденыш ты такой. Давай-давай-давай-давай. Раз. Так, этого теперь Джину надо бомбануть. Цветочный дед побежал вперед. Плюс мелкий гном с топорами. Плюс еще один дедуля. И яд. Ну что, совсем, да? Другая песенка началась тут, я смотрю, у них. Прекрасно. Ну что, арена мастер, видимо, сейчас отдуплится по полной программе. Да. И вот она, очередная наша победа. Так, открываем ящик, смотрим, что нам здесь выпадает. 9 золотых, 20 опыта и шаропупка опять. Окей, переходим на последний, заключительный на сегодня поединок. Это 270-й. И по-прежнему я не вижу никаких проблем. Рафа, ну если не убьем, так переманим 100%, так же как и Янси. Почему-то мне кажется, что именно так все будет выглядеть. Давай проверим. Так, лишь бы Раф не подошел. Сейчас если шибанет, то двоих. Ай-яй-яй. Закололи. Да, вот это вот грустно. Так, стоп. Не надо так делать. Не надо так делать. Да ты посмотри, а какой Раф-то у них мощнявый. Давай-давай, молодец, красавчик. Так, одного убрали. Этих сейчас тоже, в принципе, расстреляем. Старичок. И топорик. Блин, смотри, что происходит. Вот и все, вот и песенка его спета. Давай еще одного цветочного дедушку позовем. Да, в принципе, все. Тут уже ему бесполезно что-то делать. Сейчас добьем. Есть. Да, быстро и легко. А вот и сундук. 40 монет. 20 опыта и куранок. Ну что, друзья, мы пришли с вами на новую локацию. Я забираю 2 награды. Так, выиграйте 5 боев на карте подряд и выиграйте битву с 3 эпическими героями в команде. Вот так вот. Скоро получим вот этот вот сундук. Через сколько там? Ну, почти 2300. 2300 героев еще победим и получим сундук. Как-то так. Ну что, на этом, пожалуй-ка, я, наверное, буду закругляться. Тихо, подожди, подожди. Сундучок надо на открытие поставить. И за кадром, наверное, я гляну вот это вот. А с вами обязательно увидимся, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.